Всероссийский конкурс «Библиотекарь года» проходит в нашей стране в 9-й раз. Принять в нем участие могут все сотрудники библиотек России, которые работают по специальности более 2 лет и имеют значимые результаты в своей деятельности. В этом году на звание лучшего претендуют 175 специалистов библиотек из 59 регионов России. От нашей области 2 заявки, в том числе в списке номинантов Ксения Якунчикова, сотрудник детской библиотеки имени Пушкина. Признаюсь честно, когда я увидела анонс этого конкурса, вот молниеносно возникло это желание. А бывают такие ситуации, когда не раздумываешь. Я позвонила руководству и сказала, что наша библиотека достойна того, чтобы быть представленной на всероссийском конкурсе. Ксения подчеркивает, что выступает на конкурсе не как частное лицо. Она представляет всю дружную, сплоченную команду Пушкинки. Главный мотив девушки – рассказать о достижениях своего коллектива. За последние 2 года на счету у Пушкинки немало побед и наград. Это и православные инициативы, и конкурсы Росатома, и выступления на региональных и всероссийских форумах с презентациями проектов. Все эти разработки, документацию, эссе Ксении с командой отправили на Библиотекарь года вместе с видеовизиткой. Я считаю, что наша библиотека действительно достойна, потому что наши специалисты – это большие профессионалы, люди, которые искренне любят детей, люди, которые любят свою профессию и отдаются ей полностью. В октябре отберут номинантов на шорт-лист. Победителя объявят в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Участие в всероссийском конкурсе именно в этом году особенно знаково. В конце сентября Пушкинка будет отмечать важный юбилей. Детской библиотеке исполнится 65 лет. Может быть, громко скажу, но мне хотелось бы посвятить это участие именно нашей библиотеке, вот этому юбилею. Потому что, повторюсь еще раз, мы достойны, мы любим свою работу, и очень хочется, чтобы наша душа и наши искренние чувства были показаны вот на всероссийском уровне.